Телеканал КРТ представляє. Слуги народу, руководство попало в сексистский видеоскандал. Боже. Товарищи Арахамия и Корнеенко обсуждали некую Аллахвердиеву, депутатку «Слуги народа», словами, мягко говоря, сексистскими выражениями. В общем, видео там очень сложно, я вам так просто несколько зачитаю фраз. Корниенко говорит Арахами: такая поддутая, конечно, чуть-чуть тюнинг, но too much. В общем, она баба рабочая вообще, как корабельная сосна. Она проведет 300 встреч за 4 месяца и выиграет, в сегодняшние выборы. Мэра вот. Николаева? По логике, да, они же в Николаеве презентацию делали. Вот как вам такой корпоративный стиль общения? Корабельная сосна для города Корабелов. Понятно, что аналогии... Они же знали, куда едут. Смотрите, а вы не думаете, что это на самом деле такой вот хитрый способ презентировать кандидата от СН для этого города? Оно вроде бы как бы на первый взгляд скандально, а с другой стороны, все об этом поговорили. Да? Все фамилию выучили. Я пока не выучил, но так уже... Уже, да, идентифицируешь. Они, конечно, ребята креативные, но даже для них это будет слишком таким образом. Секси-партия, как говорил Корниенко. О, да. Вы знаете, я вообще слово сексизм для меня непонятно. Но женщина по своей природе должна нравиться мужчине. Это ее такой генетический код. А вообще этот сексизм, равенство, это гендерство, это все придумали люди, для которых гомосексуализм более родная стихия, чем скажем так, как это было испокон веков создано Господом Богом. Поэтому, в Древней Греции там происходило разное. Где это Древняя Греция? Где это Древняя Греция с их разным? Самое интересное, как они начали это отмазывать. В СМИ появился темник в телеграм-канале. Темник банковый, так и называется. Так вот. Вообще не палим. Первое. Не втягивать президента Зеленского и главу офиса Ермака в скандал. Так, еще интересное. Указать на заказную природу появления данного скандала. Нивелировать информационный повод, деактивировать информационную бомбу. В общем, очень много умных, красивых слов. Но она могла сдетонировать, ты думаешь? Корниенко просто, наверное, не дочитал или не понял, и решил вечером просто извиниться. У меня, если честно, считай, так называемый темник, у меня такое чувство, что это на самом деле не похоже на темник. А при чем здесь, допустим, там Ермак и... Тебе же сказали, ни при чем, не втягивать. Чего ты лезешь туда? Чего ты замешиваешь вы вообще? Вы не ставьте знак равенства между всей командой президент. Вот. Там было братство, когда они шли на выбор. А когда они уже расселись по кабинетам, и уже прошла там некая перестановка, там уже это такое, знаете, если еще не банка с пауками, то такой уже террариум там, где... Большие пауки ловят маленьких. Так оно так и называется, банковое. Что с тобой случается? Дом с химерами. Все нормально. Банка с пауками. Банка с химерами. Просто когда-то, как это, год назад было популярно говорить о том, что улица Банковая будет приват-банковой улицей. Но сейчас уже стало понятно, что они просто там... оказалось, что нет. Что да. После закона о банке. Я не пойму другого, смотрите. Они говорят там о диджитализации, они говорят о новых подходах. Я думаю, что они внешне пытаются быть современными такими, знаете, управленцами, новые лица, новые технологии, то есть они от всего отказываются. Я слышу риторику многих слуг народа, они говорят, это совковое, это вообще фу, это там убрать, уничтожить. Но они ничего нового не предлагают, а методы, которыми они это все продвигают, они абсолютно, из тех времен. Абсолютно. Архаичные. Темники, да. Что такое темники? Это получается, что на сегодняшний момент есть определенное узаконенное крепостное право на средства массовой информации, на журналистов, которые должны освещать только так и еще такие заголовки выносить в названия, которые привлекают внимание читателей, как выгодно банковая. Учитывая, что они там ругаются между собой, в одной и той же статье одна часть «Слуг народа» может быть хорошей и неприкасаемой, а на другую нужно будет вылить ведро с помоями, чтобы они еще больше засветились там в своих каких-то зашкварах.